Для нас с Сергеем Николаевичем, а мы представляем компанию «Агролига», ООО «Агролига», а вместе с ней еще две компании. То есть всего в группе компании «Агролиги» три. Это торговая компания, которая около 20 лет назад начала дистрибьюцию, одна из первых, и представляет продукты БАС, Сингента, Байер и всех семенных компаний, и микроэлементов и так далее. Но параллельно с этим шла работа по поиску альтернатив. И одной из альтернатив специалисты компании определили развитие нишевых культур. Одной из самых основных нишевых культур можно отнести к одной из самых, можно отнести твердую пшеницу, которая когда-то в России была одной из основных культур. Еще до революционное время, вот из порта Таганрог, Азов, маленькими судами иностранцы терпеливо ожидали очереди и загружались самой лучшей яровой пшеницей в мире и готовили самую лучшую пасту в мире. Это были, конечно, в первую очередь итальянцы. В период довоенной индустриализации России и Советского Союза шла за счет экспорта именно твердой пшеницы, которую, к сожалению, фашисты вот из нее приготовили хлеб, засушили галеты и с ней пришли снова сюда. Но это была живая валюта, и за счет этого шла очень мощная индустриализация. Это был золотовалютный фонд. И производство твердой пшеницы достигало до 4 миллионов в Советском Союзе тонн. Сейчас мы производим всего лишь 600-700 тысяч. И с площади 650-700 тысяч. То есть 10 центнеров на круг. Но это не потому, что у нас все так плохо, потому что в мире, при том, что производится мягкой пшеницы около 750-800 миллионов, твердой пшеницы всего лишь 35-37. Это уникальная культура, которой вообще надо посвятить отдельную тему, отдельную площадку и отдельный разговор. Она здесь не вписывается, я так подозревал, но мы все равно согласились, потому что из уважения к вашему издательству, из уважения ко всем участникам. Здесь сидят селекционеры, которые имеют не один десяток сортов, но надо понять, а почему они не идут? Она по-другому выращивается. Нет. Потому что есть очень много проблем. И «Агролига» вместе с дистрибьюцией, она позволила себе роскошь изучить это направление и выделить его в отдельный проект. Мы вот книжицу такую издали. Здесь, кроме там, небольшой рекламы нескольким сортам агролиговским персональным, есть и, в общем-то, основой для Александра, прежде всего, вам, конечно, да, у меня не хватило этих, селекционеру я тоже хотел бы, да, дать, вот, и Юлия Алексеевна, и вам, да, извините, ребята, если что, потом можно электронную версию, либо у Сергея в офисе есть. Так вот, мы с Сергеем Николаевичем представляем компанию «Агролига», которая, наверное, стала лидером в расширении понимание, что надо делать для развития твердой пшеницы. Этот проект перерос в борьбу за стратегию возрождения этой культуры. Хорошо, что нам пошли навстречу в Национальном союзе семеноводов и селекционеров. И я представляю сейчас вот даже две организации. Я являюсь руководителем подразделения или, скажем так, секции в Национальном союзе селекционеров. И мы уже ведем отраслевую деятельность, работаем не с одним институтом. Это и Лукьяненко, это и Самарский институт, это и Барнаульский, и Сомским. Я надеюсь, что сейчас настало время с вами тоже задружить. И с Анатолием Ивановичем мы очень давно работаем, сотрудничаем, испытываем. Что выяснилось? Выяснилось то, что самыми лучшими сортами в мире твердой пшеницы являются все-таки яровые. Это безусловно. Вот. Они востребованы именно макаронной индустрии высочайшего качества. Если в Италии не разрешено ни 1%, более 1%, более 2% добавлять или примесь иметь мягких сортов,
то у нас с наступлением конца советского периода наступил период, когда были отменены ГОСТы и стали ТУ. И макаронные предприятия сегодня могут себе позволить вообще либо не добавлять туда, либо добавлять твердую. Но пишут на пачках все честно, что из высших сортов твердой пшеницы. И по статистике мы производим 600-650 до 750 в отдельные годы тысяч тонн твердой пшеницы, 200-240-250 вывозится в Турцию и в Италию, а остается что? А макарон мы производим до 1,5 миллионов. Поэтому сегодня ложь на каждом шагу. И вот эту ложь, ее надо не только изобличить, с ней надо решить вопрос. И не решать вопрос нельзя. Потому что селекционеры, вот у них 30 с лишним сортов, они молотят впустую. Впустую. Вот сорт за сортом, они все неплохие, они все идут в реестр, проходят госиспытания, все. Точно так и другие институты, ну, Безенчукский занимает 60 с лишним процентов, он и сюда, и в Казахстан, там более-менее хорошо идет. Вот. Ну, это только потому, что они урожайные и более-менее обладают индексом цвета. Вот. А за границу не берут особо. Берут для улучшения, для разбавления ценовой партии, для того, чтобы канадское зерно, которое 5-6 миллионов экспортируют в Италию в основном, вот, разбавить концентрацию глифосатов. Вот это главный принцип поступления в Европу нашего зерна. А потому что наш ГОСТ и ИСТ, вот европейские все международные стандарты, они разошлись давно, в 30-е годы. У нас они на урожайность, на засухоустойчивость, на солеустойчивость, на все что угодно. А у них на качество продукции. А наши макаронные индустрии начинают Макфы и Макпром Шебекина, которая вот в Балашове, и Барилла, которая в Подмосковье построила завод и сейчас удваивает его, и все прочее, они ставят в основном либо бюллеровское оборудование, либо итальянское, которое настроено на другое качество помольной партии, зерна. Там должен быть вязкость, вот вся индекс глютена должен быть. Да, конечно, у кого-то, если есть аллергия, то для этого есть там 1-2 сорта, как всегда у всех безглютеновый, для всех сумасшедших он подходит, да. А так вообще макароны имеют свойство за счет качества белка. И вот я говорю, может быть, излишнее о другом, но для того, чтобы понять, что дальше делать, нужно исходить из того, что перед учеными вообще не ставились такие задачи, понимаете? Они вот производили, и в том числе озимые. В озимых, это вот по словам уже длительных дискуссий, а мы уже третий год работаем с академиком Беспаловой, с ее группой, с Мудровой, Яновским и так далее. И в принципе мы уже так приговорились, и сленг такой, в озимых наших слишком много озимости. То есть фактически это, можно сказать, даже не твердые сорта, а твердозерные. Вот, в которых есть определенные признаки полезные, но они не всегда закреплены. Они зависят от года, от условий. И индекс глютена может от 10 до 80 колебаться, понимаете? Цвет более стабильный. Вот чтобы его закрепить, Агролига пошла сначала путем завоза пробной партии итальянского сорта Рустикана, который зарегистрировали в 2015 году, попробовали. Ну, это сорт без патента, он как был в компании ИЗЭА, просто был эксклюзив первое время торговли для Агролиги. Сейчас мы тоже, я занимаюсь сейчас семеноводством, и Русикана в том числе, но в основном там, в том регионе, на который он зарегистрирован, 9-й и Самара. Вот 7-9 регион. Но он уже до 15% сейчас получил свою долю распространения Рустикана. Но не в наших интересах. Это был пробный шар для того, чтобы люди поняли, что в целом необходимо идти в этом направлении. Нужно развивать индекс глютена, индекс цвета закреплять как один из главнейших. И, ну, вначале их надо внести в стандарт. И мы сейчас от Минсельхоза и от госстандарта добиваемся. Для того, чтобы вообще понять, что происходит с пшеницей, она растворилась в озимой и в яровой, но в пшенице. Госстатистики нет вообще.
ее нужно сделать отдельно, чтобы наблюдать. Для того, чтобы улучшить, что-то изменить, надо вообще понимать, что там происходит. Минсельхоз этого не понимает, но уже было два совещания. Первое Некрасов вел, второе в декабре Хатуу. Даже пообещал, Джамбулат Хизирович пообещал субсидию. Сейчас я взял паузу, а я как руководитель готовил эти совещания, взял паузу, Попов был, ну все были руководители селекцентров, и мы продолжим эту работу, потому что мы хотели бы получить дополнение к стандартам, вот по индексу глютена и по цвету, для того, чтобы ученым дать направление, куда двигаться. Дальше, выделить в отдельную строку. И третье, это получить субсидию. Так как это дорогостоящая культура, очень дорогостоящая. Она отличается не только по своей технологии, по менталитету. Агрономы должны быть думать по-другому. Именно поэтому она так в мире мало распространена. Вот. Если этого не будет, то можно получать по 6-7 тонн, но кому она нужна? Это обычная хлебопекарная пшеница будет, понимаете? Поэтому направление очень перспективное. В Ростове, в Ростовской области есть примеры, когда использовали яровую. И сегодня надо смотреть не столько, а зима она или яровая. Сегодня время экономики. Все очень сильно дорожает, очень сильно меняется, но 3 тонны с гектара яровой при цене 30 рублей и 6 тонн озимой при цене даже 15-16 рублей, как сейчас, а это не факт. Сейчас пошлину наши опять вернут до 50, она снова нырнет под 14-13 рублей. А яровая твердая и вообще твердая, она не уйдет, потому что, ну, несмотря на то, что очень мало ее берут за границу, пока. Но они очень хотят это сделать, если она будет соответствовать требованиям, ну, международным. Это раз. Во-вторых, сегодня одинаковый доход при 3 и при 6 тоннах, потому что второй и дальше еще несколько лет из-за перекоса внутреннего потребления, в общем-то, будет сопоставимо. Примерно 800-900 рублей с гектара, понимаете? И заниматься яровой или озимой – это не так и принципиально. Это твердая пшеница. Здесь есть пример Бесчастного, вот Евгения Николаевича в Родиону Несветаевском районе, который вот получает и 25, и 35. Этот Сергей Николаевич несколько слов скажет. Да, как они сотрудничают, как консультируют. Поменяли мозгу. Это и начинающие люди из Морозовского района, там КФХ от Ткаченко, которые вот увидели, что плохие условия осенью были для озимой, они взяли, насеяли яровую. В основном это была донская элегия, потому что, ну, семена смогли найти. И рустикана. Да, рустикана там почти на 10 центов больше дала, но они на семена и оставили. Сейчас он говорит, я в жизни таких денег не имел. 26 рублей, 27, я говорю, все, не продавай, до 30 подожди. Фактически, люди готовы сейчас думать, готовы вкладывать, и мы обязаны все им обеспечить этот консалтинг. Вот такая вот ситуация, которую надо обязательно учесть, потому что, ничего не изменяя, мы отстали от всего мира. А у нас условия и в Ростовской области, и вообще, в принципе, в России – уникальное для дурума, для возделывания твердой пшеницы. Уникальное, понимаете? Конечно, я сам вот являюсь коллегами, коллегой 25 лет отдал Сингенте как руководитель южного региона. Развивали мы все эти интенсивные технологии. Я сегодня в ужасе от той технологической безграмотности, которая есть в других регионах. Вот. Я, конечно, стараюсь это все вместе с коллегами, как выясняется, поправить. Но там далековато еще до цели. Да. Но туда пришла зима. Вот, туда пришел подсолнечник вместе с вытекающими проблемами. Подсолнечника до 40%, вот, а то и больше. Поэтому в любом случае, сейчас экономика, она определяет все, но подсолнечник, он все угробит, и в конце концов надо будет альтернатива. Альтернатива является вот эта пшеница. Поэтому мы сейчас имеем роскошь нести миссию возрождения вот твердой пшеницы,
в России. Но вместе с яровой, я считаю, уверен, что однозначно больше шансов имеет озимая. Здесь, на европейской части, где большая часть сосредоточена и переработчиков. Но я спрашиваю главного технолога Шебекина в Балашове. Ну, озима же есть, почему вы не берете? Она и стекловидная, она и более натура хорошая и все прочее. Что-то плывут макароны. А хозяйки уже, мол, дескать, сами определяют, что взять. Если там они берут 50 рублей, 400 грамм, там, допустим, макфы или нашей, говорит, вот там, и 90 бариллы, вот раз в неделю ей бариллу взять вообще ничего не стоит. Разница в 40 копеек никак. Уже не ГОСТы, а уже покупательницы определяют это все, понимаете? Барилла не устраивает, потому что они сейчас вместе с нами выстраивают, вместе с Агролигой, выстраивают конвейер по выращиванию цепочки. Но цепочку надо начинать не с производственного хозяйства, которое производит товарное зерно, а вот семян или даже селекционеров. Я неоднократно был на совещаниях мировых в Болонье, from seeds to pasta. Вот, от семян до пасты, понимаете, где там ограниченный круг, человек 250, не более 300 собирается, но они всех друг друга знают, у них там вот такая кооперация идет, вот, и они очень быстро все делают. И вот как-то в 2018 году вице-президент Бариллы большой, я был там на большой Барилле, ничего там особенного, просто огромное производство, вот и все, самое крупное в мире. Но в целом они миллион потребляют тонн в год. Так вот он сказал, как спонсор этого совещания: уважаемые ученые, если вы думаете, что мы с вами определяем политику, ничего подобного. Определяет сегодня политику, это уже не первый десяток лет, потребитель, покупатель. Вот сегодня вы говорите, нужен глютен, не нужен глютен, должна быть белого цвета или желтого цвета сималина. Вот они сегодня сказали, что там должна быть чистая вода и сималина, и никаких яиц, никаких красителей, никаких там дополнителей. Завтра скажут красное, не доказывайте, что макароны красные плохие, невкусные или некрасивые. Вы молча, быстро кооперируйтесь и делайте то, что надо. Вот именно так мы в кооперации с Агролигой, Центр селекции растений, объединили усилия с Самарой и созданы у нас сегодня три сорта. Это Таганрог, Яровой. Они уже зарегистрированы. Таганрог, Бурбон и Рустикана. И мы готовы... Рустикана, этот Никола. Рустикана был пробным шаром, который показал востребованность вот именно этой высокоглютеновой пластичной сималины. Так вот, дальше мы пошли уже с Национальным центром зерна. Мы с ними уже третий год, два уже года, уже дошло до опыления. Идем на создание озимых сортов, но со свойствами яровой пшеницы. В мире ничего этого подобного не было. Но 200 линий и сортов из Европы и 80 из России сегодня в работе. Мы создадим, и мы уверены, что это сможет изменить ситуацию. Когда даже внутренние будут какие-то колебания, но с 25-26 года у нас по дорожной карте уже будет первый сорт, который мы должны подать под регистрацию, за ним выстроится очередь экспортеров, потому что там очень сильно сегодня экологическое движение, глифосат-фри, там ГМО-фри и так далее, и Канада сдуется потихонечку, понимаете. Сегодня сималина, вернее, твердая пшеница, цена у нас уже доходит до 30, вот, и она и будет в ближайшие годы. Там тоже она сегодня под 400 евро тонна. Это 34-35 по нашему курсу, примерно сопоставимые. Это очень выгодная цена и это очень хорошая перспектива. Поэтому, Виктор Алексеевич, все семеноводы, которые были здесь,
Мы так или иначе будем способствовать объяснению людям. Много на сайте... направление. Много на сайте Национального союза и моих, в том числе, статей, где мы вот пишем все это, рассказываем, популяризируем. Мы готовы с семеноводством прийти и сюда, в Ростовскую область, и не только с Яровой. Это не значит, что мы станем вашими конкурентами. Сегодня, наверное, на этом уровне еще рано вообще просто делить этот рынок. Его нет. Я же еще раз говорю, вот фильмы создают, они все на полку в коробках ложатся. Так, да? Отличные у вас эти, ну просто их нужно где-то подкорректировать, где-то объединить усилия. А чем мы объединили? Агролига Центр селекции растений имеет статус Сколковская организация, она имеет право на кооперацию. Мы привлекли то слабое звено, которое в России было уничтожено еще с времен борьбы с Вавиловым, да? Генетиков. Генетики из Италии. И мы с помощью маркеров, это не генная редакция, это ничего, просто это удачное использование маркеров и последующие все манипуляции. Мы достаточно быстро сегодня будем делать сорта. И мы предлагаем кооперироваться всем организациям для того, чтобы вообще выйти на перспективу там, 4-5 лет дальше. А сегодня мы на хорошую линию прямую, а сегодня мы просто должны создать популярную эту культуру, придать ей популярность и готовы прийти к семеноводствам сюда в том числе, потому что ну вот, не устраивает меня, во-первых, то, что я живу в Краснодаре, а мои семенные, как говорится, зоны ответственности в Оренбурге, в Челябинске, понимаете. Вот, это раз, да, у меня там есть команда, есть люди. Но коэффициент размножения и степень риска, она вообще ужасная. То воздушная засуха, то почвенная, то обе сразу, как в этом году, то еще чего-то. А в основном разгильдяйство. Разгильдяйство, да. Тем не менее, положительные примеры ведь есть у вас? Есть. И эти примеры Сергей Николаевич сейчас скажет о том, что консалтинг и поставка нужных препаратов – это одно из самых главных. Коллеги, спасибо за предоставленную возможность коротко заявить о себе. Спасибо организаторам, что оставили нас на десерт. Самое сладкое. Но, тем не менее, не буду вас долго задерживать, но напомню, что компания «Агролига» уже 18 лет на рынке. Основным видом деятельности является торговля средствами защиты растений наших ведущих производителей. Это БАСФ, Сингента, Байер. Также мы развиваем из направления микроудобрений, это агрохимикаты испанской компании «Агритекна» на основе аминокислот растительного происхождения. Ну и в последние 5-6 лет занялись семеноводством. Спасибо Сергею Владимировичу Грошеву, что обратил на это внимание, поверил в это. И достаточно успешно. То есть действительно уже и новые сорта твердой пшеницы появились, и мы их будем развивать. Надеемся, в кооперации вот с институтом Калиненко и НЦ Донским. Ну, попробуем, мы к вам запланировали поездку. Вот, возможно, что-то получится у нас. Ну и есть уже первые опыты. Это действительно на нашей Донской земле в трех районах пробные посевы рустикана были. Достаточно хорошие показатели. Люди вновь и вновь берут у нас элиту свою. Первую репродукцию оставляют уже на свои цели. То есть действительно эта ниша востребована и перспективна. То есть дальше будет развиваться не только макаронная промышленность, но и люди, наши сельхозпроизводители, будут диверсифицировать как-то свой портфель и не только там сеять озимую мягкую пшеницу, но и уделять внимание твердой пшенице, чтобы не складывать в одну корзину, скажем так. Ну а Агролига России, наш филиал ростовский, будет просто как надежным, самым надежным оператором, как это показало время, поставки сопутствующих средств защиты растений. Мы оказываем логистические услуги, консалтинговые услуги. Главное – консалт. Да, ну и просто надежный поставщик тех средств защиты, которые необходимы сегодня нашим сельхозпроизводителям, чтобы получать достойный, высокий и, самое главное, качественный урожай. Сергей Николаевич, вот под вашим наблюдением выращивали три хозяйства яровую твердую пшеницу. Какой они получили результат в этом году?
В этом году бесчастный, да, это Родион Анисетайский район, получил 35 центнеров, а вот Каченко, Морозовский район... 38. Каченко, 38. Да, да, коллегия, ну, с большей площади дала 30. Да, и в этом году... Площади какие, Сергей Николаевич? Там были небольшие, он брал... Там на Рустикана только на семена, ну, он сбрал, а вот, да, всего он произвел 4000 тонн. Да, это сегодня товарное у него есть, да. У него есть товарное зерно, да, и он его будет сейчас с помощью нас, опять же, реализовывать. А яровая мягкая пшеница сколько дала или не было сева? Не, почему? Озимая мягкая. Яровой мягкой у них не было, нет. Яровая только твердую они попробовали с нашей. А так они сеют озимую мягкую, традиционную, которая занимает у них основную площадь. Не очень сильно. У бесчастного она дала там 40-42. И он говорит, как если посчитать выход с гектара. Конечно, я вот уже потому что... Я занимаюсь, говорит, мне тут вообще альтернативы нет. Но это не значит, что он будет убирать то и то. Он 50 на 50 уже. Хорошо. Спасибо, у меня коротко все.